расположил на ограниченном пространстве велосипед и два самоката. Размеры этого пространства: высота 2,5 метра, ширина 1,60 м и глубина по низу 40 сантиметров. Велосипед стоит на заднем колесе рулем наверх. Переднее колесо пришлось снять. Повесил его наверх на уголок. Также пришлось снять нижнее крыло для того, чтобы оно не мешало. Нижнее крыло висело здесь, чтобы оно не мешало развернуть руль в сторону. И колесо, соответственно, если бы не снимать, оно бы торчало бы сюда и не давало бы развернуть руль. Заднее колесо велосипеда пришлось зафиксировать на тормозе с помощью веревки и сделать вот такое крепление из веревки. Веревка крепится на шурупы. Внизу находится самокат, просто стоит, а сверху слева подвешен другой самокат на уголке. Крыло от велосипеда для удобства закрепил на веревке. Снимается оно быстро, держится на веревке с помощью проволоки. Вот таким образом это все выглядит.